принять конкретные меры, чтобы эффективно использовать наследие чемпионата мира по футболу. Это один из пунктов в списке поручений президента, который был сформирован по итогам общения главы государства с россиянами в ходе прямой линии 7 июня. Документ сегодня опубликован на официальном портале президента. Грамотно распорядиться объектами инфраструктуры, которые были созданы в период подготовки к Мундиалю, совместно предстоит правительству, главам регионов, организаторов ЧМ и общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз». Владимир Путин дал поручение создать условия для занятий физкультурой, массовым, в том числе детским спортом. В регионах-организаторах должны появиться футбольные центры для молодых воспитанников, детские и юношеские футбольные команды. Власти поручено обеспечить их участие в соревнованиях. В самих городах необходимо также проводить крупные спортивные состязания. А кроме того, объекты, построенные к чемпионату, должны использоваться в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд. Доклад президенту по этим поручениям